Проблемы с теплом будут решать сообща. Сегодня в мэрии совместное совещание провели представители исполкома и генерирующей компании. С обеих сторон первые лица. Главный вопрос – долги потребителей перед поставщиками тепла. Исполняющий обязанности руководителя исполкома Наиль Магдеев отметил, что значительная часть общей суммы, которую недоплатили управляющие компании, это задолженность по квартплате. И цифры эти по сравнению с прошлым годом только растут. Так что под угрозой срыва оказался старт отопительного сезона. Энергетики поначалу не хотели подавать тепло до расчета за предыдущие поставки. И самое главное, есть добрая воля со стороны генерирующей компании вовремя поставлять тепло в жилые дома, объекты соцкультбыта, даже при том, что просроченная задолженность, общая задолженность, к сожалению, растет. Поэтому никаких причин объективных сегодня не платить за уже полученные услуги у граждан сегодня по большому счету нет.